Ребят, привет! Наконец-то наступает лето, и пора бы нам поехать на озера, искупаться, отдохнуть. И я буду делать новое видео с обзором мест, где можно искупаться и отдохнуть, позагорать. Сегодня у нас Калужское шоссе, Никольские озера. Поехали! Мы едем вот сюда, вот Никольские озера. Это совсем рядом вот с бетоночкой. Москва у нас получается вот здесь за спиной. Вау, сюда. Вот Бабинки деревня. И нам поворот налево. Прекрасная асфальтированная дорога через поля идет. И с левой стороны у нас будет это озеро. Здесь есть дикие пляжи, но мы поедем на цивилизованный пляж. Вот виднеется уже озеро. Овальную форму. Вот это как раз овальную форму имеет озеро. И это как раз вот здесь место диких пляжей. Сейчас мы едем все время вдоль озера. Вот. Обычно здесь все оставляли раньше машины, потому что был шлагбаум. Сейчас поедем дальше, посмотрим, пустят нас или нет. Вот оно, озеро. Вон на той стороне виднеется желтый песок с пляжем. А нам сюда. Кстати, такое ощущение, что шлагбаум убрали. И будок нету. Видимо, потому что пока не сезон, поэтому можно заехать. Дальше, я думаю, вряд ли будет можно поставить будки. Все цивилизовано, помоечка даже есть рядом с пляжиком. Мы оставим здесь машину. Лови! Вот песочный пляж. И мы идем сюда. Ты купаться будешь? Почему? Я тоже. Обычно здесь все народом забито. Но, наверное, пока что не сезон. Поэтому народу мало, практически нет. Мы одни здесь на пляже. Несколько человек гуляют тут и купаются даже. Но, как правило, здесь все просто забито людьми. Очень много народу. Такое вот местечко. Песчаный пляж. Илистое дно, как везде в Подмосковье. На обратном пути мы заедем вот на тот берег, там, где дикие пляжи. И посмотрим, есть ли там возможность остановиться с палаткой. Вот, поедем вот туда. Вот, ребят, сейчас мы с другой стороны озера. Посмотрим, можно ли сюда заехать. На машине. Есть ли там место под палатки. Опс. Вот такая вот лужа прямо на въезде. К диким вот этим вот местечкам.
Ну, я вот вижу, две машины там стоят, как-то проехали, но мы сюда не полезем. Я думаю, что если это все высохнет, то как-то можно будет проехать. Либо с этой дороги, либо с какой-то другой. Ну, в общем, место для палаток вот там вот есть. Так что съездили мы на Никольские озера. И, в принципе, купаться можно. Пляж в хорошем состоянии. В комментариях напишите, где купаетесь вы. А мы будем дальше разведывать места купания в Подмосковье. Пока!